настоящий момент выглядит примерно вот так вот. Особенно достает там, где вода из трубы течет на землю. Здесь обилие сорняков просто вокруг вот этого колеса. Здесь и крапива, и прочая ерунда. Посмотрим, что выйдет через 2 недели. Итак, друзья, раствор типа Roundup, или как там называется, в общем, который против сорняков, испытываем. Налил вот столько вот в бутылочку, остальное вода. В общем, опрыскиваем. Вот так вот прыскаем на листики. Самое главное, чтобы капельки попали на листики. Вот, видите, вот листики просто смоченные. Сейчас резко наведу. Не обязательно даже там плотно очень опрыскивать. Просто смачиваем, чтобы капельки попали на листики. Эта гадость, говорят, меняет процесс фотосинтеза. И вместо питательных веществ в корни идет отрава. Что вот около гаража сейчас прыскаем. Вот эти все зарождающиеся сорняки, колючие всякие. Через 2 недели приеду, посмотрим, что будет с этими сорняками. Так что через 2 недели ждите продолжения. Прошу прощения, но при видеозаписи результатов через 2 недели что-то сбойнуло и видео куда-то исчезло. Осталась только вот такая фотография. Ну, моя любимая шина под водосточной трубой идентифицируется, так что вы можете понять, где это находится. Вот видите, что осталось от травы. Практически вся пожухла. Вот эти зеленые росточки, что торчат, это уже новая, выросшая за две недели травка. Но она дохленькая, я думаю, сильно расти не будет уже. Вот сейчас покажу другое место. Здесь ближе к соседу я не очень сильно брызгал, но четко видна граница, где побрызгано, а где нет. Так что препарат действует. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.